Пограничники и внутренние войска отрабатывают взаимодействие по охране границы в Гродненской области. С 21 марта лидские пограничники и военнослужащие внутренних войск проводят режимные мероприятия в пределах Вороновского района. Целью данных действий является профилактика противоправной деятельности, а также проработка вопросов взаимодействия по охране границы. В ходе совместных действий запланирован комплекс профилактических мероприятий с населением приграничья и субъектами хозяйствования по недопущению совершения противоправной деятельности на границе и приграничной территории. Также военнослужащие отрабатывают элементы тактической и специальной подготовки. Завершатся данное мероприятие 31 марта.